В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 13, а днем 30-35 градусов тепла и местами до плюс 27. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 18. Температура ночью 18-20, а днем 31-33 градусов тепла. Сегодня день финансово-экономической службы Росгвардии. В чем заключаются основные обязанности и каковы задачи данного отдела? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой ответит главный специалист финансово-экономического отдела Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Анна Ващенко. Доброе утро всем. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сразу хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Сегодня день финансово-экономической службы Росгвардии. Вы главный специалист этой службы, этого отдела. И я бы хотела узнать, какие у вас ежедневные, каждодневные вот какие-то обязанности. Чем вы занимаетесь? Вот экономическая служба... Финансово-экономическая служба Росгвардии. Ну, при организации работы в финансовом отделе основное внимание уделяется целевому и эффективному использованию бюджетных средств, начислению, выплате денежного довольствия, заработной платы личного состава управления, учету результатов финансово-хозяйственной деятельности и многому другому. Моя непосредственная работа – это учет материальных ценностей и основных средств. Но я так понимаю, что вы бухгалтерия. Бухгалтерия, да. То есть вы выдаете зарплату? Выплачиваем, да. Выплачиваете зарплату. Понятно, хорошая у вас работа. И все-таки я хочу узнать, ваши задачи основные какие? Вот цель, задача, в чем она состоит основная? Мы стараемся, чтобы наши сотрудники были обеспечены всем. И мы для этого очень стараемся не подвести личный состав. Угу. В этот праздник что бы вы хотели пожелать своим коллегам? В финансовом отделе трудятся замечательные профессиональные люди. Хочется выразить благодарность всем коллегам, с которыми мы решаем основные поставленные задачи. Пожелать, чтобы в жизни, как и в отчетах, все было точно и без ошибок. Здоровья крепкого, чтобы дома было всегда тепло и уютно. Ну что же, я тоже присоединяюсь ко всем этим поздравлениям. Еще раз с праздником вас. Спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо. Спасибо. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день кардиолога. Кардиологи являются уважаемыми и социально значимыми врачами. Они оказывают посильную помощь людям, которые действительно нуждаются в ней. Кардиолог несет ответственность за жизнь каждого своего пациента. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. А в 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.